Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на моем канале, а я в Москве. И слева от меня дом по адресу Покровка, 16. Заведение «Я тебя, люля», которое открывалось под названием «Гастробайтеры». Ресторан от создателей Юхбара, то есть Йорика Билл Хамлета, находящегося в этом же доме. Из интересного – вино бесплатно, хачапури и пельмени люля от 250 рублей, хинкали, манты, кутабы от 60. Для центра цены почти нереальные, еще и вино бесплатно. Давайте проверять. Данное заведение в точности повторяет судьбу своего прародителя – Юхбара. Раньше так было написано – Юхбар, но люди сполошили, сказали, что это неприемлемо, это грубо, и пришлось расшифровать. То есть теперь Йорика Билл Хамлета гласит надпись на вывеске. Здесь тоже было гастробайтеры, но нашлись неравнодушные, и теперь называется «Я тебя, люля». Что у нас по меню? Закуски, салаты, донер, тесто, мангал, супы, рис, лапша, гарниры, десерты – и такое чувство, что намешали прям все. Азербайджанские блюда, белорусские, узбекские, грузинские, китайский салат есть, грузди в сметане, сельдь с картофелем. Но цены, кстати, очень и очень низкие для центра Москвы. Я напомню, что мы на Покровке, прям вот центр-центр. Есть акция «Вино рекой». Как я узнал, нужно просто заказать одно из блюд, любое. Горячее, закуску, суп, неважно. И вам дадут бокал, либо белого, либо красного, сухого, домашнего, и его будут обновлять по мере вашего поглощения. Я спросил, а можно ли два блюда заказать, чтобы два разных принесли? Они сказали, что нет, но если два человека за столом, то приносят два бокала, а дальше обновляют то, как хочет. Единственное, что меня смутило и расстроило, это надпись «В каждый счет мы добавляем благодарность за обслуживание в размере 5% для компании, а 6 человек – 10%. Это прямое нарушение закона так писать, но я спросил у управляющей, она сказала, что если вы не хотите, мы можем это вычеркнуть. Что как бы тоже странно, но ну, они идут навстречу, потому что не хотят с законом сталкиваться. Я в любом случае, если мне хорошо, оставляю большие чаевые, но вот эта надпись, конечно, она ну, странновата, потому что, правда, вот есть постановление от 1 января 2021 года, что нельзя включать это в чек, поэтому будьте бдительны, и если вам это не нравится, просто скажите, что я не готов, вам тут ничего не сделают. Ну, это я сейчас говорю как бы до того, как счет принесли. В общем, общаемся с официантом и выбираем. Макс, все готово, можем снимать. Ага, уже иду. Угу, пишем? Да, сейчас. Макс? Прости, Пашка, зачитался. Угу. А что читаешь, если не секрет? Да, Памела Друкерман, взрослых не бывает. Довольно мудрое и забавное произведение, рекомендую. Хм. А где читаешь? В Букмейте. Это подписной книжный сервис с доступом к более чем 200 тысячам электронных и аудиокниг, комиксам и детскому разделу. В приложении Букмейта интуитивно понятный интерфейс и удобные настройки чтения. Также есть персональные рекомендации и редакторские подборки, а все аудиоверсии книг с профессиональной озвучкой. Ну и то, что выручает во время длительных перелетов. Это возможность скачивать книги, чтобы читать и слушать их офлайн. Кстати, недавно во время перелета начал слушать книгу Андрея Подшибякина «Последний день лета». Признаюсь, затянуло. Потом обсудим, когда дослушаю. А если вы уже пользуетесь Яндекс Плюсом, достаточно подключить опцию BookMate и скачать приложение. Для новых пользователей у нас есть промокод MAXBM, по которому вам будет доступна подписка плюс с опцией BookMate бесплатно до конца года. Фантастика, триллеры, уютные романы, нон-фикшн, все это и многое другое есть в BookMate. Поэтому читайте и слушайте книги вместе с BookMate. Ссылка в описании. Тесто. Хинкали или, может быть, манты? Обязательно вы должны попробовать наши хинкали. У нас очень вкусные. А вот можно ли в эти три штуки взять разные? Или обязательно три одного вида? Вообще у нас три одного вида, но... Нет, а мне как всем, всем как мне. Да, несмотря на то, что я сказал, что мне не нужно 5% включать, как бы, но я как все. Ну тогда давайте, может быть, классику хинкали с говядиной и свининой. Угу. Три штучки, раз меньше нельзя. И белорусские вареники с жареной картошкой и шкварками. Подается сметаной. Мы с вами лепим и пельмени, и вареники, поэтому стоит обязательно попробовать. Все, белорусские вареники и хинкали с говядиной и свининой. И десерт. Вы сами делаете или... Да, все десерты у нас готовит шеф.
наш шеф-повар. И за 290 рублей тоже вы сами готовите? Да, да, да. А, ну у вас, в принципе, акция вино рекой, поэтому я ничего не интересно. Чизкейки у нас самый популярный кутаб с халвой, чизкейк. Ну, соответственно, медовик, конечно, тоже очень вкусный. Но кутаб с халвой такой достаточно более интересный десерт. Такого нету нигде в Москве. Вас послушаешь, все вкусно и интересно. А вы в этом убедитесь, когда попробуете. Давайте кутаб с халвой и кремом из маскарпоне. Вообще вот все перемешали. Ну и давайте перейдем к самой приятной акции – вино рекой. Давайте. Я хочу белое домашнее. В неограниченном количестве и да. Целый день. Хорошо, белое. У нас купаж из сортов Фуркацетели и подарок Гаре. Хорошо, я... Российское. Ну... Бокал вина белого сухого, да. Правильно? Но бокал вина я могу... обновлять, соответственно. А как только он будет заканчиваться, будет появляться новый. Весь день без ограничений? Весь день без ограничений. С 12 до 12. С понедельника по воскресенье. А когда акция закончится примерно? Пока еще неизвестно. Понял. Ну... она только началась. Ну что ж поделаешь. Против акции не попрешь. Все-таки я решил, что правильнее для обзора взять два бокала вина. То есть один мой, один Денчика, но он поделился ради вас. Белое и красное. Что у нас по белому? Очень слабый аромат, сладкий, причем как виноградный сок. То есть есть вот сладость от этой ягоды. Кисло, водянисто, чуть сладковато на финише. Ну, честно сказать, не впечатлил. Я понимаю, что это бесплатно, что это не ограничено, но... летом хорошо на улочке цедить, но зимой не то. Брать можно только из жадности. Красное. Красное поярче в аромате. Ожидающаяся тонинность. Тоже водянистая, слегка тонинная, терпкая. Ни одно вино прям не супер классное. Я все понимаю, но не сказать я это не мог. В Эрте, где тоже была подобная акция, но только... на завтраке там вино было по качественнее, по насыщенней. В общем, если вы уже здесь попали на эту акцию, то взять, естественно, можно. Причем все-таки лучше красное. Хотя, стоп. Я вот сделал пару глотков, и вкус не отпускает. То есть вроде как легкое, но долгоиграющее. Нужно распробовать все-таки. Не, белое после красного, в принципе, как, знаете, вот есть вина безалкогольный, вот чисто виноградный сок. Довольно долгий остаточный эффект. Если выбирать, то советую красное. Ну, слушайте, а может и неплохо. Пора обновлять. Раздел салаты – это узбекский салат саратон с курицей и картофелем пай. 340 рублей порция, хотел сказать, небольшая, но нет, если мы по тарелке... так вот размажем, то порция хорошая. Такие деньги вообще отличные. Сначала картофель. Послушаем, как хрустит. Отлично хрустит. Промасленный, очень вкусный. И давайте узнаем, свежи ли здесь овощи. Сочная курочка, томат, огурец, болгарский перец. Все хорошо слажено. Все вот, все витальное, все вот живое, все сочное. Максимально простой, но весьма вкусный салат. А еще и хруст картошечки. Очень годно, посоветую. Раздел донер. Это у нас донер с люля из курицы на лепешке. 430 рублей. Два соуса сами делают, цибели и тартар. Три ломтика огурца, помидор, еще один огурец, но другой. Овощи и с виду сочный. Ох, с виду сочный, нежный люля из курицы. Я предлагаю с него и начать. В мою сторону льется, но я думаю, что и вам будет видно. Вот, посмотрите, какой сок. Очень горячий, будьте аккуратны. Так, вкусно, перчено, не остро, а именно душисто. Пока ничего из минусов сказать не могу. Картошка неплохая, хрустящая. Даже хорошая. И давайте окунем в сацебели. Вот так вот. Можно смело делать острее. Соленый или маринованный огурец. Соленый, бойкий, что по помидорам.
нормальный на четверку, не супер мясистый, но и не пластиковый, как обычный огурец. Хорош тут бесспорно. Отличная пикантная морковка по-корейски и лучок. Ох, вот этот дуэт огонь. Доедайте все до конца. Белый соус идет в ход. Майонезный, жирный, кисловатый. Курица подходит очень даже. И мне понравился чуть больше, чем сацебели. Если бы красный был поострее, он бы соперничал. А так, конечно, палим первенство тартару. А как он будет с картошкой играть? Ох, это я думаю, что вообще песня. Блюдо очень хорошее. То есть, ну, тут минусов объективных нет. Цена адекватная. Дешевле, ну, некуда. Мы в центре, здесь все-таки помещение двухэтажное. Да, первый этаж в ремонте, но в любом случае будет очень большой ресторан. И пока цены держат, нужно брать вообще лихо, смело и не стесняясь. Помидоры бы, конечно, мясистые, дорогие взять, но тогда цена была бы выше, и я это говорю на самом деле от того, что нечего покритиковать. Все остальное вообще на высоте. Овощи просто хорошие. Тартар, мое почтение. Раздел супы – это белорусский борщ. Так и написано, с говядиной и салом 370 рублей. Видим а-ля шоти, лепешки эти, как будто бы здесь прям готовят. Они мягкие, они горячие. Смалец, перо зеленого лука, сметана и довольно большая порция борща с мясом. То есть мясо тоже не пожалели. То есть раз, два, три, четыре, пять кусков. Это только на поверхности, я думаю, что еще парочку внизу. Да, я такой сегодня неаккуратный, тем более после. Блин. Это, правда, первый, но как-то я налег вначале и... чуть меня повело. Опасная вещь, безлимитно, бесплатно, но мы с вами профессионалы, даже профессионалы, я бы сказал, потому что мы вербально общаемся, и давайте попробуем бульон. Хороший, сладковатый, довольно мясной, за такую цену, вот я уже сразу скажу, что вообще хорошо. Очень недурственный, что по мясу. Идеальная говядина, мягкая, нежная, волокнистая. Тут все понятно, тут все хорошо. Сметана. Если она еще будет копченая, просто цены нет этому заведению. Нет, обычная. Да, у меня уж, конечно, совсем мечты-мечты, чтобы копченая сметана, там и было все бесплатно, как вино, но пускай так. Делаем таинство и рассуждаем, не лучше ли здесь черный вот прям хлебушек, чтобы со смальцем. Я вот грузинскую лепешку ни разу не пробовал с салом. Я думаю, что вы тоже. Но они прям здесь хороши. Хрустящая, мягкая, свежая. Вот что к супу, а борщ это суп, напоминаю, не подают никакую дополнительную ложку или, может быть, нож. Ну, есть в комплекте, но я думаю, что какую-нибудь маленькую ложечку для того, чтобы смалец намазывать, или маленький ножик для масла было бы вообще идеально. Но я понимаю, что я зажрался, что я придираюсь, что и так стоит это все денег приятных. И в целом базовые приборы положили, но ну, хочется же мне что-то сказать, потому что и нужно. Если я буду все хвалить прямо вот на 100%, это будет и неправильно, и вы скажете, что что-то ты там уже вот выпил винишкой там и расхваливаешься. Нет, суп хороший, выглядит все здорово, цены приятные, но вот всегда есть куда расти. И вот положи какой-нибудь вот маленький приборчик для того, чтобы намазать, было бы лучше. Не было бы вкуснее, но... Да понятно, короче, скажешь, что я душнил, и будете правы. Но мне же надо что-то говорить. Кроме похвалы. А кроме похвалы здесь особо не скажешь. Да, лучше было бы, конечно, с темным хлебом, но с этим тоже классно. Рано я пришел. Нужно было дождаться настоек, потому что к этому супцу настоечка бы, ох, хреновушка, знаете бы, как зашла. Или имбирная. Милое дело. Лучок всему голова. Ну, а что я скажу?
Помните мем, где такая вот... То, и все. Я также. Вкусно, и сметаны, и без сметаны, и мясо. Достаточное количество, и смалец, и лепешечка, и лучок, и все. Как в шоу «Плюшки» опять не Гальцев, так у меня опять не настойка. Первый закончился, нужно обновить. Зато белорусские вареники с жареной картошкой и шкварками. 220 рублей за сколько тут? Раз, два, три. Около 7-8. Кстати говоря, вот здесь к сметане подают ложку соусную. Ее же, ну, в смысле, такую штуку другую можно подавать к смальцу смело, будет удобней. Шкварочки как пахнут. Ох, лучок. И давайте просто внедримся в этот вареник и его заточим. Вот. Его попробуем, продегустируем. А хорошо, шкварочки на своем месте. Без них было бы простовато, то есть, ну, тесто с картошкой, а здесь есть копченость, жирочек, доп. Вкус. И цена 220 рублей реально удивляет, как в столовой, хотя здесь обслуживание чистенько, тепло, хорошо. Единственное, что музыка орет. Потише бы ее, вообще было бы шикарно, идеально. Ну, видимо, чтобы долго не засиживались, потому что, ну, безлимитно бесплатно можно целый день высиживать. Ну, классно. Их вкуснее сделать сложно. Ну, правда. Тесто, картошечка, мягонькое пюре, шкварки, лук для душистости. И вот масло внизу. Сделаем красоту. А сделали еще и вкусноту. Не повторяйте моих ошибок, пейте воду, не забывайте. И я обновил красное вино. Прям хорошо, вот после нескольких глотков, когда сел на рецепторах, и после бокальчика, новый идет на ура. Белое не понравилось, я его отдал, обновлять не буду, а вот красное в итоге зашло. Мангал, так называется раздел, говяжьи щечки с картофельным пюре за 450 рублей. И это, на моей памяти, самые дешевые щечки, которые я пробовал. Ну, кстати, они ничем не отличаются от более дорогих по нежности. Да и по вкусу. Лук фри хрустит чуть-чуть. И здесь его не избыток, что хорошо. Обычное пюре с зеленым маслом. Блюдо базовое. Оно встречается во многих ресторанах. И, по сути, вот, ничего сказать больше нельзя. Ни плохого, ни хорошего. Вкусные, нежные щечки. Вы видели, какие они. Пюре тоже обычно все пробовали. Масло зеленое, лук фри, лук обычный. Ну все, правда. Раздел рис и лапша. Блюдо узбекский лагман с бараниной и овощами за 370 рублей. Мясо, овощи, лапша, сказали, сами делают. Вкусно. Как-то второй бокал быстрее закончился намного. Обновим обязательно, но сейчас у нас хинкали. От трех штук, то есть мы заказали... говядиной свининой, базовые, 70 рублей каждая, что является ценой адекватной, наверное, на год там 2020-2019. То есть сейчас это как будто бы даже ниже рынка. Да, есть старый хинкалыч, там где по 35 и так далее, но 70 – это очень хорошая цена. Минус то, что они горячие, их сложно взять голыми руками, и там внутри много сока и мяса. Я думаю, что нужно повременить, иначе мы ошпаримся. Жирный пряный бульон. Остатка немного, но насыщенности, в принципе, мне хватает для того, чтобы сказать, что это пока вкусно. Мы еще мясо не попробовали. Мне нравится, когда хинкали островаты. Хорошие, добротные, без вау-эффекта, без каких-то изысков. Ну, классика, она и есть классика, и здесь 70 рублей, я готов ее тоже... валить и брать еще раз. Так же, как и с вином, тут со стринкой. Со временем она пришла не яркая, не злая, не мощная, а такая, чтобы вот раззадоривала вас, и при этом было комфортно. Бульон на 3 глотка. Мясо на 3 укуса. Тесто тонкое, хорошее.
хинкальки и огонь. Единственное, что в идеале иметь возможность, да, может быть, от 3 штук, но разные пробовать. Я тогда взял и с бараниной, и с сыром. Ну, как есть. База, вкусная база. По 70 рублей. Нравится. Десерт, награда за еду. Но у нас сопровождение. А это кутаб с халвой и кремом из маскарпоне за 290 рублей. Ну, за один кутаб 290 рублей. Это цена не супер низкая, но, опять же, и невысокая. У нас плотное тесто жареное, отдельно у нас сыр. И давайте проверим. Ох, а там прям халва. Ну, как и сказали, не то, что это удивительно, но вот давно я не ел халву. Горяченькая, подсолнечная, тягучая, сладкая. Так, давайте-ка разрежем. Вот так вот. Возьмем уголочек от этого сектора. Тихо, не пнуть что-то. Давай вот так. Ага, не падай. Вкусно, но тесто, конечно, не нежное. Оно хрустящее, а вот здесь как будто бы хочется чего-то... Хочется, короче, придраться, я понял. Предыдущие блюда, особенно некоторые, мне понравились больше. Но здесь нет ничего объективно плохого. То, что заявлено, кутаб, ну, форма кутаба, халва есть. Крем. Попробуем. Довольно плотный. По вкусу взбитые сливки очень-очень плотные. Так, а если объединить, я думаю, что будет вкуснее. Вот оно что. Нужно было сразу есть все вместе, тогда было бы сразу классно. А вообще, кстати, я попробовал с удовольствием кутаб с кремом сыра маскарпоне, даже можно без халвы. Этот десерт тоже, думаю, что пользовался популярностью. Для сладкоежек самое то, конечно, приторненько, естественно, все-таки халва это вам не шутки, тем более сладкие маскарпоне тоже. Если можно как-нибудь сделать тесто понежнее, я бы посоветовал. Если нет, и так неплохо. Не идеал для меня, и я бы вот это блюдо не повторил, может быть, даже единственное из сегодняшних. Но объективно сказать, как испортили, нельзя. Это вода, а это счет наказания за еду. И сегодня мы с Денчиком наели на 3150 рублей, что... В центре Москвы как подарок ощущается. То есть тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь блюд. Сами считайте, сколько выходит средняя цена. Были блюда прям очень вкусные, были просто вкусные. Ну, то есть не было провальных, не было тех, которые хотелось бы отдать, сказать, там нужно переделать. Нет. А, и самое важное, нужно понять, не добавили ли 5% чаевых в счет. Нет, не добавили, как мы и договаривались. Ну, в целом очень странно. Понятно, что хочется там, заработать, но против закона идти не очень корректно. Поэтому, если вы такое видите, всегда говорите администратору либо официанту, что вы не готовы вместе с ними закон нарушать, и вам, скорее всего, не включат. Но я оставляю Зарине чаевые 20%, ну, потому что она работала хорошо, и здесь мне понравилось. Да, можно с уровнем звука, уровнем музыки играть, можно где-то там по... сверловки пройтись, ее улучшить, но опять же это вот ну, в пользу придирок. Базово здесь на данный момент с такой акцией, с вином, с такими ценами пока не подняли, все очень круто. Но, к сожалению, я уверен, что ну, через пару месяцев, там, после Нового года, цены вырастут. Ну, нельзя держать такой уровень на таких ценах. Так что я кайфую, что узнал про это, я кайфую, что вы узнали про это. Вот. Ну, а дальше выбор за вами. Ссылка в описании на оценки каждому блюду, чтобы вам ролик не пересматривать. Можете посмотреть, что я хвалю больше, что меньше, и, соответственно, для себя понять, что вам подходит. Ну, в целом, всем желаю успеха, удачи и вам, и заведению, и вообще всем людям. Я доброжелательный человек. Даже если не понравилось, я говорю, что вот, ребят, не понравилось, но так-то можно исправить, и будет лучше. Лучше всех, Макс Брандт. Так, картой оплачиваем, чего оставляем. Пока.